Пэриш, как у тебя дела? Вы еще не у передатчика? Пэриш, мы в беде и разделяемся. Не волнуйся, один из нас дойдет. Я рассчитываю на тебя. Передатчик КНА. Если мы получим к нему доступ, мы узнаем, где находится ближайший опорный пункт и другие объекты в этой зоне. Это Мур. Ты смог добраться до передатчика? Впечатляет. Нам пригодятся эти данные. Думаю, Пэриш в тебе не ошибся. Я попробую разузнать об Окере, а ты пока познакомься с нашей работой. В этом районе находится наш главный арсенал. Им заведует Нед Шарп. Отправляйся туда и познакомься с ним. Я уже загружаю координаты в твой телефон. Увидимся, Брэди. Это Фили Альфа, всем отрядом! Слушайте, они взяли Окера. Нам надо его вернуть. Мы вернем. Я хочу, чтобы все были внимательны. Любое слово, намек. Малейшая зацепка о том, где они его держат, должны быть переданы нам. Вы поняли? Конечно, да. По рукам. Опорные пункты кажутся неприступными, но, похоже, есть способы проникнуть внутрь. Мы нашли уязвимое место рядом с вентиляцией. Заложи туда взрывчатку, и ты проложишь себе дорогу. Кое-кто даже думал перепрыгнуть стену на мотоцикле, но для этого нужно быть совсем чокнутым. Мы видели чертежи, на которых показано, что в такие места можно попасть через тоннели. Но эта информация не проверена. Какой бы вариант ты ни выбрал, это будет непросто. Поэтому тебе нужно подготовиться, ясно? Удачи, Брэди. Когда-то в гараже Акско мы чинили свои машины. После битвы за Филадельфию КНА превратила его в свой опорный пункт. Верни его нам. Получи! Энди, ты Фили Альфа, где ты? В Элм-3 ищем припасы Неду. Что случилось? Пэриш хочет, чтобы все отряды искали Окера. Сейчас, у вас ничего. Понял. Мы вернемся, как только разберемся с грузовиком. Это вентиляция. Взрыв в этом месте откроет себе проход. Я пошла! Суета, ты чё? Ну,
обустраивают новую оперативную базу в сухом доке Велмтри. Если мы очистим его от чучхей, мы сможем организовать подвоз припасов в эту зону.